Вот так деревья подровняли. Улица Калинина. Так, это улица Октябрьская. Вот так вот все это выглядит. Немножко сказать странно. Хорошие деревья спилены. Совершенно хорошие. Причем наполовину. Вот тут еще ряд тополей целых. А вот половина уже. Причем это не тополя, а липы. В июне хорошо распускаются и пахнут. Вот так вот выглядит. Там дальше молодые осинки были спилены. Вот вначале там три совершенно молодые осины. Три молодые осинки срезаны наполовину. Это липы. Большие липы. На другой стороне еще остались целые. Здесь их обрезали. Дальше по Октябрьской такая же картина. Это одно дерево там срублено, а там дальше второе.